Первый официальный документ в своей жизни получили 20 юных сочинцев. Это жители Волковского сельского округа, поселков Лао и Дагомыс. Для них это особенный день, когда они вступают в пору гражданской зрелости. Хотим поздравить детей с таким торжественным мероприятием, чтобы они запомнили это. Это первый раз они получают паспорт гражданина Российской Федерации. Это значит, это и память, и уважение к самому мероприятию, и любовь к своему государству. С документом, который ребята получили сегодня, каждому из них предстоит идти по жизни. В нем будут отмечены дальнейшие шаги жизненного пути. Служба в армии, вступление в брак, рождение детей. С паспортом у меня появились новые возможности, которые я могу воплотить в жизни. Я чувствую себя старше. Я могу уже принимать какие-то свои решения без помощи своих родителей. Но я стала себя чувствовать старше. Мне это нравится.